как отдыхаете в новогодние праздники вы? Что для вас отдохнуть? Вот я очень люблю укутаться в плед, взять любимую книгу и погрузиться в страницы романа, чтобы почувствовать вот то самое тепло, комфорт, настроение. Или если вы любите не книги, фильм, свой самый любимый, пересмотреть во время праздников. Да, вот она наша возможность. Покрывал миллион алых роз. И цена приятная, 1199 рублей. И есть, Юленька, целых три размера. Полутораспальный, если, как я, вы любите читать в кресле, отдыхать. Двуспальный для вашей кровати или дивана. И даже есть евроразмер. Слушай, Ариша, ты тут заговорила о новогодних каникулах. Я люблю проводить их именно так, как ты сказала. Набираю себе кучу своих самых любимых фильмов. Люблю про деревню что-нибудь смотреть, укутаться в мягкость, в уют, чашечку кофе. И сижу, не отрываю взгляд от телевизора. Вот отдыхаю. И мне очень важно, чтобы мое место отдыха было максимально комфортным. Я надеваю теплые тапочки, укутываюсь в плед, беру чашечку кофе и сажусь, смотрю свой любимый фильм. И так не хочется думать ни о чем другом. Хочется расслабляться и отдыхать. Отдыхайте в своем доме, и вы с пледом миллион алых роз. А еще, ты знаешь, сейчас смотрю на эту расцветку, и почему-то мне вспомнилась комната моей мамы, зал. Большая гостиная. Они буквально недавно сделали ремонт. И она у меня избавилась от коричневой мебели. Вот так вот захотела светлую мебель себе. Ей бы замечательно подошло это покрывало. Слушай, я поеду 4 числа к маме, обязательно возьму ей в подарок, потому что вот такое терракотовое сочное покрывало в светлой мебели будет особенно уместно. Я уже представила, да, какой красивый будет мамина гостиная. Юль, и ведь ты подаришь не просто плед, ты подаришь тепло своей маме, вот тот самый уют, забота, которой иногда не хватает. И помните, Новый год – это не один день в ночь 31 на 1, потом у нас 2 недели праздников, когда мы отдыхаем с вами, набираем сил, поздравляем с друг друга. Ну и потом столько всяких будет событий. Дни рождения, юбилеи, свадьбы даже. Посмотрите, а вы уже во всеоружии. У вас готовые подарки. И дарите вы их с душой и с теплом. Юль, ну очень важно, выбирая плед, понимать, что он комфортный. Что вот у меня у бабушки на диване, я все время даже боюсь присаживаться. Села, чуть подвинулась, и потом получаешь такой вот неприятный разряд. Да, разряд. Поняла тебя, про электризацию говорить. Да. Так вот, за что я и как эксперт ценю Wellsoft. Это ткань, из которого выполнен наш миллион алых роз, что он не электризуется и не накапливает пыль. Густой ворс на трикотаже является просто самой нежностью. Эта ткань невероятно приятная к телу за счет своей мягкой фактуры. Плед, который подарит тепло и сохранит свое превосходное качество. Без катышек, без проплешинок надолго. Ведь эта ткань современная, инновационная. Эта ткань, которая, Ариша, кстати, является одной из самых лучших в текстиле стильной линейки домашней, да, она прошла международную сертификацию и на безопасность, и на качество. Это полотно трикотажное, оно подтягивается немножко, эластичное, и не теряет формы плед долго. Значит, ваше любимое место отдыха всегда уютное и всегда комфортное. Всегда комфортное, всегда уютное. Цена премьеры 1199 рублей. Посмотрите, миллион алых роз. Ведь каждая женщина, когда слышала песню, да, с одноименным названием, мечтала, чтобы ей подарили миллион алых роз. А вы сейчас исполните мечту, подарите себе, а возможно, если нас смотрят мужчины, своей второй половинке, любимой жене, миллион алых роз. Представляете, насколько это тепло? Букет из миллиона алых роз завянет, причем быстро. А такое покрывало будет с вами очень и очень долго. Укутывать вас своим теплом, своим заботом в холодные зимние вечера и в праздничные дни точно тоже. Вот, Юль, но красота это все-таки хорошо. А вот я часто чаечек, бутербродик, печенюшка, а потом все это. А потом все это на пледе, а после пледа на кресле или на диване и. Ой. Ну, вы сами знаете, что я буду рассказывать. А мне вот нравится наш плед «Миллион алых роз» тем, что он не маркий сам по себе. По расцветке мы это видим. Расцветка, кстати, очень актуальная. А еще и не забывайте, ведь это Wellsoft. Обратите внимание сейчас на то, что я буду делать. Я буду делать то, что делает 90% страны. Пить, есть перед телевизором. Пролили чай, кофе, молоко, все что угодно. А Wellsoft отталкивает воду, как с гуся вода. Посмотрите, прямо-таки, ну действительно, как будто
с гуся вода потекла. Это значит, не будет абсолютно никаких пятнышек. Давайте дальше посмотрим. Капельки, они гуляют просто. Посмотрите. Посмотрите, не впитывается. Как роса, посмотрите, как роса на бутоне розы. Юля, то есть если я чай пролила... Ничего страшного, пятна не останется. Конечно, это не марки плед, самый практичный, какой только можно, потому что Wellsoft обработан особым составом, и капелька не впитывается. Сколько мы говорим, а она гуляет и гуляет. Посмотрите, гуляет. Пятна не будет, значит, ваш плед всегда чистый. Посмотрите, действительно, вода по пледу, как с гуся вода. И мне остается впечатление, вот правда, вот лепестки роз и роса. А вы уже подготовили подарки? Ведь Новый год, это, посмотрите, столько событий, столько приятных подарков. Подарите нежность, тепло и уют. Подарите свой букет из миллиона алых роз. Самым родным, с любовью от всего сердца.